Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, мастеров с описанием этих работ по книге «Великие музеи мира». Альбрехт Дюрер. Автопортрет. 1493 год. Холст масла 56/45. Альбрехт Дюрер стал первым мастером европейского севера, писавшим автопортреты. До этого в средневековом сознании людей личность художника не считалась столь значимой и достойной изображения. Новая эпоха Ренессанса принесла и осмысление важности творца. Мастер изобразил себя в легком трехчетвертном повороте к зрителю. Эта композиционная схема была найдена им в раннем карандашном автопортрете, созданном еще в юности, в возрасте 13 лет. Существует предположение, что этот портрет был создан Дюрером в качестве подарка для его невесты. Цветок чертополоха в руке может истолковываться как символ верности. Есть и иное мнение, согласно которому надпись в верхней части полотна «Мои дела определяются сверху» следует рассматривать как девиз художника, верящий в то, что его жизнь предопределена Божьим промыслом. В этом случае автопортрет является иллюстрацией его кредо, подкрепляемой вторым значением цветка чертополоха, символа страдания Христа. Вот такое описание к работе Альбрехта Дюрера «Автопортрет», 1493 год, описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.